Всем привет, меня зовут Евгения Константинова. Сегодня среда, значит, пришло время планировать свой отдых. Редакции Соль ТВ мы подготовили топ-3 события грядущих выходных. Сейчас вы узнаете, куда пойдем. В эти выходные литературно-поэтический клуб «Лира» отмечает свой 28-й день рождения и попадает на третье место нашего топа. Салькамцев приглашают на праздник и обещают душевную атмосферу, наполненную авторскими стихами и песнями. Второе место нашего топа мы отдаем спортивному событию. В эти выходные состоится открытие лыжного сезона. Любители и профессионалы могут сразу испытать себя в чемпионате и первенстве по лыжным гонкам. Вот мы добрались до первого места, на котором расположилась новогодняя мастерилка. В эти выходные в культурно-досуговый центр соликамцы приглашаются на мастер-классы по изготовлению новогодних украшений. Внимание, записаться нужно заранее по телефонам, которые на ваших экранах. Вот такие могут получиться ваши выходные, но у меня на этом все. Смотрите Соль ТВ онлайн или по телевизору. И помните, как я всегда говорю, главное, чтобы ваш отдых был активным и полезным. С вами была Евгения Константинова. Увидимся!